А можете дать совет для семейной пары? Какой-то такой один совет для того, чтобы сохранить семью? Такой каббалистический, из высших миров совет. Совет для семейной пары сохранить семью – это завести пару детей и принять условие, что развода быть не может. Не может быть развода. Все. Внутри тихонько каждый пусть пытается ужиться с другим в той или в другой степени. Мы живем в трудное время, мы испытываем очень непростые проблемы, каждый из нас. Надо это все принять как данность, ничего не сделаешь. Как бы человек другую себе не обещал и другим быть добрым, хорошим и все прочее, это все мы знаем, как все быстро улетучивается, и мы не подвластны сами себе. Но семья должна быть такой ячейкой, которую можно четко назвать неразрушимой. Ни при каких условиях. Ни при каких. То есть, несмотря на то, что чтобы не было. Дети должны чувствовать, что у них есть и отец, и мать. И есть кому обратиться, у них есть семья.